Всем привет! Привезли лодочный мотор Yamaha 30. Владелец его приобрел из Японии. Ничего с ним не делал, сразу к нам. Румпель не опускается, не поднимается. Мертво стоит. Поворотный механизм влево-вправо не работает, мертво. Вверх-вниз кое-как мы стучали для того, чтобы опустить и можно было подвесить двигатель. То же самое, мертво. Труба практически вся сгнила, требуется заменить. Редуктор заклеен эпоксидкой, но в редукторе воды нет. В редукторе просто какое-то грязное непонятное масло. Запустили мотор, он шумит. Туго переключается кое-как. Ого! Yamaha, 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 oh yeah. Yamaha, 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 Yamaha. Начались тест-драйв, мы сели за руль, на гидриках по озеру быстрее пуль. Полезли в горы, грязь в лицо, Харис в руке. Манское озерцо на гидриках, на снеже, как бывали везде. Друг другу всегда помогали в беде. Мужской поступок назад не сдавай. Мужская жизнь, Yamaha, кампай! Yamaha, 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 э-о. Yamaha, Yamaha, Yamaha. Здесь песок, мотор был утоплен. Все открутили, снимаем мотор. Yamaha, 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 oh yeah. Yamaha, 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 Yamaha. Крыльчатку пора заменить. Не смогли выкрутить два болта. Даже при хорошем нагреве они не поддаются. Придется высверливать. С этой эпоксидкой ничего делать не будем. Даже разбирать не будем. Владелец сказал, масло заменит сам. Разбирать не будем. Развалился сепаратор. О, какие раковины здесь. А ведь мы этого и не увидели бы, если бы не разобрали.
долго он стучал. Угу. Коленчатый вал готов, заменены все шатунные комплекты, все подшипники, все новое. Не стали снимать, как мы его перепрессовываем, так как на съемку времени не хватает. Также нам нужно будет восстановить коленвал от Yamaha 9.9. Но это уже совсем другая история. Заменили один поршень, второй поршень старый. Кольца на обоих поршнях заменены. Не расходится, видишь. Теперь мы вынимаем ржавую трубу. Она уже развалилась. И будем устанавливать новенькую. Все, мотор готов. Сейчас мы еще раз его проверим. Контрольный запуск. Заменили трубу. Труба новая китайская. От китайского мотора Heidi. Стоимость восстановления с запчастями и с работой в сумме 50 тысяч. Отдаем владельцу. Все работает. Так, это видео ни в коем случае не показывайте женщинам, ни в коем случае не показывайте женщинам, но мужики заценят и по-любому поставят лайк.